помнить о тех, кто отдал свою жизнь ради нашего Отечества, долг каждого из нас. Об этом знают и юные жители Краснодара, и не только знают, но и молятся об упокоении погибших. Подробнее об эстафете «Свеча памяти» расскажет Евгения Аганова. В середине апреля в Краснодарском казачьем войсковом соборе Александра Невского завершилась православно-патриотическая эстафета «Свеча памяти». Акция посвящена памяти павших воинов и невинно убиенных мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. По ним и по всем солдатам, которые освобождали Кубань, и по тем, кто погиб, находясь в плену, в этот день духовенство казачьего собора отслужило панихиду. Эстафета наша проходит несколько этапов. Как я уже сказала, 6 февраля, в день освобождения станицы Воронежской, она начинается на митинге, посвященном Дню освобождения Воронежской. Далее эта свеча помещается, передается в станицу Васюринскую, помещается в Васюринском храме. Далее в станицу Старокорсунскую, помещается в Старокорсунском храме. И, соответственно, именно поэтому сегодня мы посетили место, где находился концлагерь, на стадионе «Динамо». Далее мы проследовали малыми делегациями к Вечному огню на Всесвятом кладбище в городе Краснодаре, где влили огонь нашей свечи в вечный огонь. И с благословения отца Иоанна мы как раз-таки завершили нашу вот такую вот большую полномасштабную эстафету сегодня в войсковом соборе Александра Невского панихидой. Девиз эстафеты – от сердца к сердцу, от храма к храму. Мероприятие впервые прошло 11 лет назад и с тех пор стало ежегодным. Его участники – ученики казачьих классов, воспитанники почетного караула, военно-патриотические поисковые организации, волонтеры, учителя и казачество. Эстафета также посвящена сохранению памяти о жертвах фашистских концлагерей. Как известно, в годы Великой Отечественной войны такие лагеря находились и на Кубани. В частности, в станице Воронежской их было даже два, и один из них в станичном храме. Именно поэтому «Свеча памяти» стартовала в Воронежской и далее прошла свой путь от сердца к сердцу, от храма к храму, по станицам Старокорсунской, Васюринской, по краснодарским школам, к войсковому собору святого Александра Невского.